успехом громадянські шлюби стають дедалі популярнішим явищем. В чому ж причина такого успіху? Сьогодні СМС-клуб дізнається все. Я все-таки вважаю, що ці документи, всі штампи, вони потрібні для того, щоб, наприклад, при розводі буде більше проблем, якщо це не буде зафіксовано. Якщо це, ну, як громадський шлюб, можна сказати, то там, в принципі, буде більше тяганини з документами, з документацією різною, а так буде легше. Положено так, я не знаю, люди так живуть. В смысле, брак вы имеете? Так, не знаю, люди так живут. Я тоже с жінкой сразу не хотел оформлять. Бабушка сказала, надо, и мы пошли. Я все должен по закону. То есть только потому, что существует закон? Конечно. Это правильно так будет, потому что потом будет рождаться семья, будут рождаться дети, и как бы у ребенка должны быть полноценная семья. Хотя бы гражданский брак, это тоже, в принципе, полноценная семья, но тут уже регистрация непосредственно имени ребенка идет уже в состоявшейся семье. Гражданский брак – это просто, может, люди не берут на себя ответственность друг перед другом, скрывать что-то друг от друга. И перед краиной, да? Ну, конечно. И перед что-то они приховывают. Да, они что-то знают. Можливо, укрепить свой, так сказать, шлюб, ну, то есть официально, там, например, например, ребенка рожать, да, то есть, чтобы было официально. Все, ну то есть, блин, как так объяснить? Давайте лучше второй вопрос, потому что, ну, вот не знаю, что я... Можно открывать бутылку шампанского ради, чтобы дружина, ну, как сказать, чтобы провеселиться, че как-то. Ну, это нормально. А что, это нормально, гражданский брак? Правильно. Вы дуже хорошо рассуждаете. Чтобы зарегистрировать своих детей. И все? Да. Я не знаю. Я не считаю, что надо брать шлюб. Позитивні сторони, можливо, воно навіть якось під свідомості людей якось не так закладається. При громадянському шлюбі якось воно, можливо, легше якось. Якось мені здається, що в принципі різниці особливої немає. Ну, все равно, для мене все равно, що в бракі, що в гражданському, що в такому офіційному. Мінуси. Ну, ви знаєте, гражданський брак, це там може год-два роки жити і розстатися. Но ведь если у вас даже не гражданский брак, то вы все равно можете жить, а потом развестись. А, так, ну, мое мнение, так некрасиво просто. Я считаю, что гражданский брак – это более такой вариант, как бы друг перед другом не давать клятву при людях в ЗАГСе непосредственно. Ну, как бы это не настолько серьезно, как уже непосредственно роспись, так что я так думаю. Гражданский плюс единственный в том, что да, действительно они могут пожить друг с другом, узнать ли созданы друг для друга или нет. Это единственный вариант. Но для этого, в принципе, есть встречание, я думаю. Но переваг никаких нет, я так вважаю. Одни недоліки. Да. А морально? Ну, не церковно. И взагалі я не розумію цього браку. Як брак, то воно брак, а як не брак, то воно не брак. Это пробная жизнь. И можно отказаться, если не понравится. Больше ответственности на партнерах. Они не привязаны друг к другу. Чтобы удержать партнера, надо быть больше, более ответственным. Их нету, наверное. Ни плюсов, ни минусов. Ни... Да, все равно. Ну, вот расскажите мне про це ваши рівни. Я просто не знаю, какие там плюсы, какие минусы. Мені здається, що це через, можливо, через обов'язки, які не хочуть люди на себе брати. Можливо, просто гроші не хочуть витрачати, я навіть не знаю. Время таке. Чому так, без поняття? Раніше у мене бабушка з дідушкою 50 років прожили у браку. Нормально. Це, може, економічні проблеми. Проблема в фінансовому питанні. Вот лише финансы. Думаю, финансы, да, потому что сейчас сыграть более-менее нормальную свадьбу нужны тысячи. Ведь которые знаешь, люди собираются лучше, грубо говоря, обустроить на жилье или на приобретение жилья, непосредственно проведение какого-то медового месяца. Хак на полную землю. Неуважение государства. Лише до... Да, это государственное. А до себе, это хиба повага?
Но внимание, это неуважение государства. Государство надо поднимать. Я думаю, не хватает трошки розуму, морали, Божої, мабуть, благодати. Угу. Ну і взагалі виховання.